Очень простой рецепт, минимум времени, чтобы тратилось. Ну, я беру обычно, значит, сало растапливаю немножко, вот, шкварочки выкидываем. И потом, значит, все овощи, которые есть, там лук, морковь, свекла, все это тушится, заливается. Потом, значит, сюда картофель, баклажаны, перец, зелень, сверху вот помидоры. И все это тушится, минут 15-20. И все, и готовое быстрое блюдо такое вкусное. Очень да. Жаль, что видеокамера не может передать вкусовые качества, да? Но посмотрим, да. Как люди будут кушать, да? Да, и тогда они будут демонстрировать, насколько это вкусно. Ваня, я возьму сюда. Вы ж дорогу молодым.